Ой, нам чуть не забили гол. Наш мячик слишком тяжелый. Мне кажется, в нем что-то есть. Точно, киндер-сюрприз. Открывай скорее. Нам попался папус, большой зеленый фиксик. Ого, а теперь мы на уроке географии. Интересно, а можно ли на глобусе найти страну киндеров? Нет, наверное, такой страны не существует. Но зато мы сейчас откроем еще один киндер. А в нем Маршал, веселый далматинец пожарный из мультика «Щенячий патруль». Кто-то проголодался и заглянул в холодильник. Здесь столько разных вкусняшек. А вот полосатая ягода арбуз. Вкуснее любых тортиков. Отрежем кусочек. А там киндер. Снимаем обертку. Ух ты, Лунтик! Он прилетел к нам с Луны и приобрел здесь новых друзей. Как высоко взлетел воздушный шарик, выше облаков. И в нем я вижу тоже киндер. Давай скорее его лопнем. Там что-то гремит. О, это забавный обжор ам-ням. Он никогда не бывает грустным. У него всегда хорошее настроение. Ух ты, какие разноцветные цветочки. Мы очутились на необыкновенной полянке. А откуда здесь сундук? И в нем тоже киндер. Монстр Трак Вспыш, знаменитый герой Аксель Сити, гонщик номер один. Ой, как холодно, как быстро наступила зима. А в какой обуви мы точно не замерзнем в мороз? Правильно, в валенках. И здесь сюрприз. Доставай скорее игрушку. Нолик, мальчик-фиксик голубого цвета. Он очень любознательный, торопится узнать как можно больше. Интересно, а зачем в курятнике подушка? Наверное, чтобы курочкам было удобнее высиживать цыплят. А внутри тоже яичко, но не простое, а шоколадное. А тут нас ждал Рой, пожарная машинка из мультика «Робокар Поли». У нас сегодня такое необыкновенное путешествие. Мы уже на необитаемом острове. Банка с компотом мне пригодится. Здесь очень жарко. Да она еще с сюрпризом. Ух ты, Старла! Фиолетовая ковбойская машинка. И у нее есть своя ферма. Какой же на столе беспорядок? Давай скорее все уберем в коробку. О, в коробке что-то гремит. Ох, еще один киндер. А в нем ам-ням. Почему-то он такой желтый. Наверное, объелся лимонов. Ребята, напишите в комментариях, какая игрушка вам понравилась больше всего. А теперь полезный совет от рыжего ежика. Ребята, возьмите себе за правило каждое утро убирать за собой кровать, делать зарядку и два раза в день чистить зубки. Какие красивые разноцветные яйца! Красный, зеленый, желтый, синий! А ты почему не разукрашен? Тебя нужно срочно покрасить в какой-нибудь яркий цвет. Зеленый. Зеленый тебе очень идет. А какая игрушка внутри? Озорная Маша на трехколесном велосипеде. Фуражки настоящего пограничника. Желтый. Какой красивый, яркий желтый цвет. А вот крольчиха Джузи Хопс. Ее мечта стать полицейским и изменить весь мир к лучшему. Окрасим яйцо в красный цвет. Красный. Это Крепыш на своем желтом бульдозере. Интересно, как он управляет такой сложной техникой? Ну что, киндер, как ты думаешь, в какой цвет мы тебя разукрасим? Ребята, посмотрите, да ведь это же синий цвет!
получился синий киндер. А внутри нам попался милый песик из коллекции Пушистики. Какие у него добрые глазки! А это какой цвет? Правильно, бирюзовый. Бирюзовый – очень нежный цвет. Это фиксик Файер, самый шустрый и изобретательный, мотор всего класса. Наш киндер как в аквапарке, только вместо воды ныряет в бочку с краской. А теперь нам залили розовую краску, ярко-розовую. Гусеничка Вупсень, заводила и автор большинства проделок, но в душе он добрый и хочет стать хорошим. Ну что, киндеры, кто следующий на покраску? Но сначала прокатимся в этой акватрубе. Ух ты, оранжевый! Оранжевый – мой любимый цвет. Эвакуатор Спуки помогает друзьям добраться до станции подзарядки, когда у тех заканчивается энергия. Ну что, последний киндер на сегодня? А его мы покрасим в фиолетовый цвет. Зайка – любимая игрушка малыша и всего семейства Барбоскиных. А теперь полезный совет от рыжего ежика. С самого детства приучайте себя к ответственности. Пообещали родителям что-то выполнить – выполните сразу и до конца. Не откладывайте на потом. Ух ты! Какие классные и приятные на ощупь шарики Орбис! Они такие разноцветные и маленькие! Ого! А что в этом шарике? В нем тоже Орбис и шоколадный чупа-чуп с сюрпризом! Посмотрите, это игрушки из коллекции Робокар Полли! Игрушка не совсем готова, ее нужно обклеить! О, Робокар Полли! Полицейская машинка – один из главных персонажей мультика. Берем желтый шарик. Какой сюрприз будет там? О, опять чупа-чупс. Открывай его скорее. Это девушка-спасатель Джин. Работает вместе со всей командой. Она диспетчер. Сиреневый шарик. Какой же он тяжелый! Не терпится узнать, какая будет здесь игрушка. О, что-то знакомое. Белая машинка с бантиком. Приклеим глазки. Да ведь это же Эмбер. Машинка скорой медицинской помощи. Умная, добрая и отзывчивая. Берем оранжевый шарик. Это мой самый любимый цвет. Снимаем обертку и достаем игрушку. Это Масти, самый пожилой автомобиль в городе Брумс. У него белая шляпа и бампер в форме усов. Он дедушка Мини. Лопнем ярко-желтый шарик. Пусто! В зеленом шарике нас точно ожидает сюрприз и много-много орбизов. У нас не было ни одного повтора. Получилась такая классная коллекция. А что тут? О, школьный автобус Кулби. Приклеиваем несколько элементов. Кулби – друг всех детишек в городе, потому что он каждый день возит их в школу. Какой яркий красный шарик! Там что-то просвечивается. Не забудем приклеить глазки. Это почтовый грузовичок Пости. Какая забавная машинка! Сзади есть специальный отсек для хранения и перевозки писем и посылок. Остался последний шарик. Какой сюрприз будет там? Здесь пусто. Напишите в комментариях, какая игрушка вам понравилась больше всего. А теперь полезный совет от рыжего ежика. Ребята, обязательно в общественном транспорте уступайте место бабушкам и дедушкам. Им будет очень приятна ваша забота.
Ничего себе! Каких предметов тут только нет! Рюкзак, копилка и какой-то сундук. А в них спрятаны сюрпризы. Это тостер. А что в нем готовится? Ничего себе! Киндер! Какой он горячий! Хорошо, его разогрели. А какая игрушка в нем? Это пчеленок. Он очень занятой. Много работает, ходит в школу, быстр и трудолюбив. Берем огромную ягоду, арбуз. Неужели там можно что-то спрятать? Посмотрите, тоже киндер. А я так люблю открывать киндеры, ведь в них разные игрушки. Это спасатель Зума, большой любитель воды. Живет в плавучей будке и часто выходит в плавание на своем катере. О, баночка с очень вкусным вишневым вареньем. Там, наверное, тоже будет сладкий сюрприз. Снимаем обертку. А тут желто-оранжевый бульдозер Брунер. Работает на строительной площадке, а в свободное время играет в мяч. Ого, большой мешок. Наверное, там будет очень много сюрпризов. Нет, там всего лишь один киндер. Нам попался Мишка, но он немножко занят. В руках он держит кисточку и баночку с краской. Наверное, в своем доме решил сделать ремонт. Из какого следующего предмета мы достанем сюрприз? Давай достанем из аквариума, пока наш киндер совсем не промок. А тут дружок из дружной семьи Барбоскиных. Любит спорт, но не любит учиться. Но очень важно любить и то, и другое. Берем мотоциклетный шлем зеленого цвета. Потрясем киндер. Гремит громко. Там что-то лежит. О, вспыш! Пикап красного цвета. Он отлично разбирается в науке, инженерии и математике. А еще у него есть преданные друзья. Школьный рюкзак. Наверное, там очень много пятерок. Посмотрим, что ребята носят в школу. А это самая красивая девочка в классе фиксиков, Верта. Но это не главное. Главное быть доброй, вежливой и справедливой. Какой старинный сундук. Он большой и тяжелый. Раньше там прятали сокровища, а теперь спрятали киндер. Что там? Это Крош из мультика «Смешарики». Какой он забавный и веселый. Катается на скейте. Посмотрите, какая смешная копилка в форме хрюшки с большим пятачком. Ух ты! Это говорящий Том. Самый популярный кот в мире. А знаменит он тем, что умеет разговаривать на человеческом языке. Остался последний киндер. Давайте поскорее его достанем. Какая игрушка попадется в нем? Это зеленый ам-ням, космонавт. Судя по его большим щекам, он опять плотно покушал. Ребята, напишите в комментариях, какая игрушка вам понравилась больше всего. А теперь полезный совет для наших зрителей. Постарайтесь в течение дня как можно больше сделать добрых поступков. Помочь маме убраться в комнате, поиграть с младшим братиком или сестренкой и много чего другого. Щелкни на картинку, чтобы посмотреть следующий мультик. И не забудь подписаться на наш канал.